Здравствуйте! Сегодня у нас на повестке дня матч двух сборных. Матч двух очень хороших сборных. И мы с Константином с нетерпением ждем его начала. Да, и такие игры всегда радуют глаз и держат в напряжении до самого конца. Эти две сборные знают, как порадовать любого, даже самого притязательного болельщика. Сегодня сборная Нидерландов сыграет против сборной Германии. Матч вот-вот начнется, так что давай дадим свои прогнозы, пока есть пара секунд. Мне почему-то кажется, что победят хозяева. Знаешь, а я бы никому предпочтения не отдавал. Мне кажется, будет ничья. Команды начинают эту игру. Поехали. Дави Прёпер. Интересно, у нас видит игрока впереди и отдает пас на ход. И пробил игрок. С углового мяч будет введен. Не может никак команда зацепиться за мяч. И вот на блюдечке преподнесла его. Отличный удар. Вратарь забирает мяч. Почти с любой точки. Ройс мастер. Наказать за фол его талант. Какой удар! Эрнер вытаскивает мяч голкипер. Великолепное спасение. С такой-то дистанции удары вообще редко отбиваются. Навешивает кросс. Плохой навес с углового. Не получилось тут создать опасный момент. Неудачно распорядился игрок мячом, и соперник не примет. Какая техника, как он обращается с мячом. Вы только посмотрите. Пас на ход партнеру. Немного сзади есть игрок, на него идет навес. Мануэль Нойер спасает ворота, но это громко сказано. Кевин Строт. Из этой атаки может получиться что-то стоящее. Есть удар! В этой ситуации винить игрока. Удар! Удар, и мяч попадает в обороняющегося игрока. А это Томас Мюллер. По мячу попал, а вот по воротам... Росс. Марко Ройс. Перехитрили оборону в этом моменте. Хотят они... Нужно выходить вперед! Бей! Очень неточный. Даже заострять внимание не хочется. Мираж, потому что каждое движение Томаса расчетливо. Ройс! Так, здорово, он голкипера подстраховал тут. Да, очень вовремя оказался в нужном месте и спас свою команду от гола. Красавец! Свисток арбитра сообщает нам о том, что первая половина этой товарищеской встречи позади, и команда уходит на перерыв при счете 0-0. Да, 45 минут. Команды, что называется, прощупывали друг друга. На риск никто не шел, и результат на табло закономерен. Итак, второй тайм. Немцы начинают с центра поля. Навязал борьбу, теперь придется побороться еще раз. Мемфис Депай. Хороший по задумке пас. Прошла передача, можно выходить к воротам. Счет открытый. Из логики игры этот гол ну никак не вытекал. Да, здесь с тобой трудно не согласиться, но у команды был момент, и они его использовали. Молодцы! Что тут сказать? Расслабилась команда, по-моему. Оборона просела, атака успокоилась. И вот закономерный результат. И это уже, наверное, миллионное подтверждение тому, что играть надо в полную силу и до конца. Иначе велик шанс,
что меня вот так вот накатывает. Один-ноль. Сейчас будет веселее. Сами Хедин. Буатен. Вы поворот-то бить собираетесь или нет? Пасы это, конечно, хорошо, но надо же голы забивать. Ройс. Хедира. Сейв. Ну, атака продолжается. Еще один сейв голкипера, но опасность не миновала. Тимо Вернер. Забивать тут надо. И мяч в сетку он отправляет. Снова ничья у нас. Классно он использовал свой момент. Очень четко все сделал. И мне кажется, дальше будет просто огонь. Сильно пробил. Попал в створ и прошил голкипера команды соперника. Давайте посмотрим еще один повтор, только с другой камеры. После ответного мяча у нас 1-1. Юлиан Драксель. 20 минут до конца основного времени матча. И пробил игрок. И спасает вратарь свою команду. А ведь этот парень... Потери и мяч у соперника. Поднят флаг арбитра. Офсайд. Дави Прёпер. Пас на ход партнеру. Наносит удар игрок. Неудача. Игрок все делал правильно, но мяч не пошел в ворота. Нужно искать новый вариант. Да, все вокруг да около. Нужно, конечно, прибавлять скорость. Леон Горецко. Томас Мюллер. Какая техника. Как он обращается с мячом. Вы только посмотрите. И пробил. Спасает команду голкипер. А сейчас пропускать было просто нельзя. Матч-то неумолимо приближается к концу. И вот место подачи розыгрыш угловой. Хорошее оборонительное действие. И кто первым успеет к этому мячу? Пас на ход, может быть интересно. Пас в разрез, очень точно. Удар! Есть гол! Выходят они вперед! Вот это да! Вопреки всем раскладам, тем не менее, они повели. Просто молодцы! Ну что, похоже, этот гол может стать победным. Времени отыграться у соперника попросту не остается. Да, игрок распорядился предоставленным ему шансом на все 100. А ведь еще минуту назад казалось, что ничья неминуема в этом матче. Под самый занавес матча забит этот мяч, наверное, это означает победу. Ну, какие-то пара-тройка минут еще все-таки есть, и на одну атаку их вполне должно хватить. Так, теперь все вперед, вратарь вперед, все вперед, атакуем! Победа с минимальной разницей зафиксирована в этом товарищеском матче. Обе сборные показали неплохой футбол и хорошо размялись перед официальными матчами. Да, действительно так, тут не стояла задача победить любой ценой, но это не делает победу даже с такой разницей в счете менее приятной, правда? Он сегодня провел выдающийся матч. Ну что тут еще скажешь? Замечательное настроение, замечательная игра. Его дубль помог и команде одержать сегодня важную победу, а он сам пополнил свой голевой запас.